Сертификат вручили дочери героя Советского Союза Евгения Игнатова. Инна Гончаренко сейчас проживает на курорте. В годы войны ее отец вместе со своим братом Геннадием служил в партизанском отряде. Под Краснодаром они подорвали фашистский поезд и оба погибли. Именем братьев Игнатовых в краевой столице названа одна из улиц. Как отметил глава города Анатолий Пахомов, очень важно продолжать работу по увековечиванию памяти тех людей, которые в годы войны ковали победу и нередко ценой своей жизни. Это нужно в первую очередь подрастающему поколению сочинцев. Об этом подвиге Игнатовых написана книга. Братья погибли 10 октября 1942 года. Геннадий и Евгений минировали железнодорожные пути неподалеку от родного Краснодара, но гитлеровский состав, вопреки ожиданиям, подошел раньше. Тогда Игнатовы противотанковыми гранатами подорвали фугас и сами погибли. Все это происходило на глазах их отца, который и командовал партизанским отрядом. Сейчас в квартире Игнатовых организован музей. В партизанском отряде сражались не только все мужчины, братья и отец, но и мама. Она была медиком. Но большая военная слава, пусть и посмертно, пришла именно к сыновьям. Младшему Геннадию, когда он героически погиб, было 16. Старшему Евгению – 26. Теперь их имена среди других героев и известных людей, уроженцев Краснодарского края, будут увековечены в книге в честь 80-летия Кубани. Напомню, юбилей региона будем отмечать 13 сентября.